Универсиада в Казани закончилась, и в эти дни по всей стране встречают не только спортсменов. Домой возвращаются люди, которые вложили в это масштабное событие душу, сердце и много положительной энергии. Команду универсиадских волонтеров Чувашии встречали мои коллеги. Студенты прямо с автобуса и практически сразу на бал. Продолжают танцевать и веселиться. И ничего, что всю ночь не спали. Кажется, энергии у них хватит зарядить всю Чувашию. И не только. Настолько их сердца зажгла универсиада. Было все просто супер. У всех положительные эмоции. Нашли новых друзей. Познакомились с разными регионами. Начиная там от Владивостока, кончая Чебоксарами. В общем, все было здорово. Да, Калининграду, да. Было очень здорово. Я работала на объекте «Акварс». Я была корреспондентом. Мне очень сильно понравилось. Ребята такие дружелюбные. Наши ребята вообще зажигали. Спасибо всем. Я вас очень сильно люблю. Казань изменилась. Дружелюбные люди, волонтеры на каждом углу. Все было супер. Наши ребята из Чувашии оказались одними из самых лучших. Одна из самых лучших делегаций, самых активных, самых веселых. Мы думаем, что Чувашский государственный университет считается одним из самых лучших университетов нашего региона. Ребята, какие у нас эмоции? А этим красавицам повезло вдвойне. На церемонии открытия и закрытия универсиады они представляли нашу страну. И в их хрупких руках было самое дорогое – медали. Девушки награждали победителей спортивных состязаний. Мы награждали футболистов, легкую атлетику, а также регби. Регби, Россия, наши парни и наши девушки заняли первые места, они взяли золотые медали. И мы, к счастью, награждали именно их. Нам повезло. Мы ждем зимнюю Олимпиаду, нас уже туда зовут. Лицами опять универсиады. Обязательно поедем. Чтобы стать волонтером, сверхспособностей не нужно, говорят уже опытные в этом деле студенты. Просто нужно быть самим собой, открытым, общительным и энергичным. Поехать волонтером в 2014 году в Сочи шанс есть у всех. Россия, Казань, Универсиада! Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.